5 миллионов рабочих мест к 2020 году могут вытеснить роботы, считают эксперты. Прогноз касается 15 развитых и развивающихся стран. Правда, Россию в список не включили. Четвертую промышленную революцию в эти дни обсуждают в Давосе. По словам председателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба, она характеризуется сочетанием технологий, которые размывают границы между физической, цифровой и биологической сферами. Будущее экономики будет определяться использованием искусственного разума, 3D-печати, достижениями нано- и биотехнологий. Интересные результаты показал опрос, проведенный среди топ-менеджеров IT-компаний. Подавляющее большинство из них убеждено, что уже в 2025 году 10% людей будут носить одежду, подключенную к интернету, а первый мобильный телефон может быть имплантирован в тело человека. Согласно консенсус-прогнозу, 5% потребительских товаров будут печататься на 3D-принтерах, а на дорогах США 10% автомобилей будут самоуправляемыми. А вот идея о том, что киберразум впервые в истории займет кресло в Совете директоров компании, поддержала меньше половины опрошенных в Давосе топ-менеджеров. Вообще, Всемирный экономический форум в этом году обделен вниманием российских чиновников. Как пошутил президент Путин, видимо, денег на билеты не хватило. Конец цитаты.